Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Физика 8 класс. Упражнение 33. Выполняем задание под цифрой 2. Почему бытовые приборы в помещении необходимо соединять параллельно? Они реально соединены параллельно, как показано на рисунке. Три лампочки, два нагревательных прибора соединены параллельно. Последовательно соединять их нельзя, потому что, во-первых, как в елочной гирлянде, разрыв в одном месте такой цепи приведет к тому, что вся цепь не работает. При параллельном соединении это не так. Если из строя вышел один прибор, остальные продолжают работать. Но это даже не главная причина параллельного соединения бытовых приборов. Главное заключается в том, что при параллельном соединении они все находятся под одинаковым напряжением, равным напряжению в сети. У нас в стране принят стандарт, что все приборы электробытовые находятся под напряжением 220 вольт, и значит их делают уже рассчитанными на такое напряжение. При последовательном же соединении напряжение, под которым находятся приборы, будет разным. Прибор с большим сопротивлением будет под большим напряжением находиться. Тогда трудно вообще изготовить приборы так, чтобы они не перегорали. Трудно рассчитать, на какое напряжение они должны быть рассчитаны. При параллельном соединении все потребители находятся под одинаковым напряжением. Они рассчитаны на напряжение сети. При последовательном соединении напряжение на приборах будет разное, если у них разное сопротивление. Если вы хотите знать ответы на остальные вопросы, следите за новостями сайта onlinegdz.net в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал OnlineGDZ на YouTube.